красоту. А? Танюша, аплодисменты тебе. И тебе тоже. Ну что, начинаем? Слова забыла? Ну, а ты знаешь... Блондинка, блондинка. Мне кажется, красивые женщины, вообще у них не должно быть хорошей памяти. Память должна... как у рыб на 3 минуты. 100%. Забывай все, что происходит с тобой вчера. Это очень выгодно, я хочу тебе сказать. Сегодня ты не помню. Идеальная женщина. Посмотрите. О, включился, да? Я не знаю, зачем этот забор поставили, я не знаю, но думали, наверное, Майкл Джексон приедет, может, уже не в курсе. Да, конечно, девочки, заходите танцевать сюда, на сцену. Давайте сейчас, Танюша, начинай петь, а мы сейчас с детьми. Слушай, ну какой-то мир, конечно, красивый, розовый, но макияж это тяжело, расскажи. Да, вот долго все время крашусь, каждый день. Вот тебе хорошо, тебе да, не нужно делать макияж. Мне вообще замечательно, я бы даже сказал. Послушай, ну а Барби мечтала быть Золушкой или она сразу мечтала стать Барби? А Барби это такой персонаж, она может быть кем угодно. Золушкой, принцессой. Это здорово, телефончик оставишь потом, ладно? Не подумай. Мне приличная Барби. Правильно, а нам неприличные не нужны. Тем более накануне светлого праздника.